Всем привет! Продолжаем рассматривать картины шведский король Эрих XIV Георг Розен. 1871 год, пост масла 274/355, большая картина. Георг Розен, шведский художник, изображавший сцены из национальной истории и скандинавской мифологии. К числу лучших работ художника относится шведский король Эрих XIV. Монарх правил с 1560 по 1568 год. Уже с самого начала властвования в его поведении и поступках обнаружились признаки психического расстройства. Король был чрезвычайно подозрительным. Это переросло в настоящую манию преследования. Многочисленные конфликты между ним и аристократами привели к кровавой драме. Правитель казнил всех, кого подозревал в неблагонадежности. В 1568 году Юхан, брат Эрика, стал во главе мятежа против сумасшедшего короля и затащил его в темницу, где тот спустя несколько лет погиб. Однако такие радикальные меры были приняты не сразу. Сначала Юхан предлагал брату добровольно оставить престол, удалиться на остров Аланд. Также ему отдавалось в управление Борговская земля и Финляндия. Однако Эрик отверг это предложение. Момент, когда в королевские покои принесли ультиматум и изобразил на своем полотне Розен. Эрик XIV в исступлении сидит на медвежьей шкуре у ног своей возлюбленной Катрин Моне. Она имела крестьянское происхождение, родила королю сына и дочь, их многолетние отношения со временем были узаконены. Молодая женщина с испугом смотрит на Йогана Персона, одного из надежных советников мужа. Будучи умным политиком, он призывает Катрину уговорить Эрика подписать ультиматум, чтобы всем им сохранить жизнь. Колористическими средствами художник намекает, как сложится событие после отказа монарха подписывать бумаги. Ну, вот такое описание к работе Георга Розена, шведский король Эрих XIV. Я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом книги «Великий музей мира». Пока, до свидания.